На манеже одни и те же. Я подкачал уже, кстати. На всякий случай. Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с моим бессменным постоянным другом Андреем, как всегда, пытаемся, что из этого получится, но мы пытаемся. Давайте посмотрим, что из этого получится. Сейчас еще раз посмотрим. Видно, что мы сейчас здесь однозначно не проходим. Сзади залом, нас у него сосет. Видите, мы сейчас от залома отработаем. Мы видим, что вот здесь у нас пока вариантов никаких нет. Мы сейчас можем сделать еще, выкружить круг, вариант. Ну, тоже не уверен, что мы проскочим в каком-то либо виде. Перетащить, ну, пытка не пытка, надо. А, мы там попробуем слева, да, да. Пойдем. Угу. И там, может быть, это по треугольнику по струе. Да, на треугольник выйти, да, Андрей? Да. Ну давайте мы попробуем. Это все в онлайн масштабе, в реальном масштабе времени, как правильно. Все, я убираю камеру, сейчас это не видно. Давай садись на нос, Андрей. We'll be right back.
грызок. Настоящий красавец. На муху. Кто сказал, что я здесь ничего не поймаю, а? Вот он, какой красавец. Конечно, мы его сейчас заберем на талу, на уху. Первый хариус в этом году. Красавелла. О, нифига, ледяра, да? Молодец, Андрюха. Ну вот сегодня из спиннингистов мы превращаемся в таких незаурядных рыбаков. Ловля на мухе. На эту муху я ловлю уже второй год. Одна и та же муха. Муха как муха. Я обязательно видео покажу, как вязать эту муху. Вот у Андрея вейдерсы нет. Я вейдерсов у меня вообще не было никогда в жизни. Я их принципиально не покупаю. Потому что Андрей мутит. А я вот всегда вот так откидаю под кустики. И есть такой шанс выхватить такого очень серьезного монстра. Вот так вот с проводки под кусты. Такой интересный момент. Конечно, проводка очень маленькая, там буквально секунды, но очень даже интересно. Вот, ну сейчас еще чуть-чуть, не сезон, он только начинается, видно, что есть первые хорюза, первые линки. У нас еще первое число сентября, все только начинается. Дальше будет интересней. Вот была поклевка. Подсечка нерезультативная. Поплок, наверное, вижу только я. Удочку уже год в руках не держал. Оба она! Андрюха! Пипец, хороший ушел! Вот вы видели, если видео было видно. Хороший такой. Видите, он там под самым кустиком стоит. Ну сейчас цель не то, чтобы там... О! Даже поднять не смог. Такая поклевка была. Я даже его тогда не оторвал. Ну, это я сейчас просто пристреливаюсь. Уже год удочку в руках не держал. С мухой. Все, держал только спиннинг. Я спиннингист как бы. Позиционирую себя. От этого надо какой-то момент приноровиться, уважаемая. Видно, что они там есть. Андрей! Это линок, походу. Видите, что я не могу его оторвать. Смотрите, как удочка изгибается. Смотрите, идет какая борьба. Вот он из-под куста взял. Ну и не очень, конечно, большой, но мои первые ощущения. Видите, конечно, удочка гнется. Главное на такой струе удержать этого хищника, который клюет на муху. Да, это хариус, Андрей, это хариус. Хороший хариус, Андрюха. Просто здоровенный. Ну, конечно, не здоровенный. Я маленько шучу перед своим другом, чтобы его чуть-чуть напрячь. Понимаете, как бы сказать. Ну, действительно, хариус не такой уж и большой, по факту. Ну, и неплохой, скажем так, хариузман. Ну, хороший хариус. Видите, какой он, петушара. Вот моя фирменная секретная муха. Я обязательно покажу, как ее вязать.
Я просто не знаю, как вам правильно показать видеокамеру всю эту красоту. Смотрите, какой. Вон всеми цветами радуга. Видите? Был укус. Его видно. Скорее всего, это таймень его хавал. Смотрите, какой красавец. Вот он. Вообще бомбезный. Ну, это не самый крупный размер. Но, тем не менее. Вот. У меня еще до этого, видели, были сходы, были поклевки. Просто. Рука чуть-чуть не набита на удочку. Андрей вот любит мутить и кидать под ноги. Но я всегда говорю так, что лучше кидать под кусты, чем мутить и кидать под ноги. Потому что там экземпляры не так часто клюют, но там экземпляры достойные. Если хотите поймать хорошего хариуса либо линка, надо кидать вот в такие вот очень труднодоступные, интересные места, уважаемые. Сколько их еще сегодня будет, самому Богу известно. Проводка длится всего каких-то долей секунд. Я обязательно покажу видео, как правильно собрать хорюзовую снасть. Еще раз повторяюсь, как связать правильно муху, огрузку, оснастку. Хотя я, в принципе, не позиционирую себя как хорюзятник, как можно выразиться в наших краях. Ну вот я жду линка килограмма на два. Ну может хотя бы, вот была поклевка, что-то он выплюнул, он понял, что муха она не настоящая, понимаете? От этого нужно ее приподнять очень деликатно, очень точные забросы. Вот я затягиваю сколько могу, но хищник очень умный, интеллектуальный. Рука, конечно, с непривычки устает. Опа! Смотри какой! Видите, удочка в дугу, вот он бьется. Очень хороший хариус. Достойный боец. Опять красавец. Смотрите, всеми цветами радуги переливается его плавник. Просто красавец. Одним словом. Достойные экземпляры. Ну, нормальные. Видите, переливается всеми цветами радуги. Очень сильная рыба. Смотрите, какой. Он просто из руки вырывается. Ну, мы это еще насмотримся тысячу раз. Всех этих моментов. Так, пока прерываю свое видео. В принципе, тут нечего такого особого ничего показывать. Сверхъестественного нет. Я дальше будем снимать. Пустая, пацан. Веночек. Ой, таймишонок. Таймишонок. Андрюшка, таймишонка. Что-то мне на них везет, а? Да. Конечно, таймишонок махонький. Забирай его. Куда забирай? На тот борт переводи. Да он еще перепутался. Нет, я говорю, забирай и отпускай. Я не заберу, Саша. Перепутал. Вокруг твоей оси. Сейчас. Поможешь, ага? Помочь? А нет, он видишь, перепутался. Сейчас помогу. Недовито. Все. Прости. Ради тебя приехали, красавец. Чисто от обманного, если говорю, тут что-то может. Хорюза поперли, красавцы. Всеми цветами радуги переливается. Это просто зверюга. Ох, какой он.
Вот он какой, да? Красивый. Не поспоришь, красавец. Опа! Какие у него перья, смотрите, аж цветами радуги переливаются. Ты мой красавец. Самый вкусный хариус вот такой вот. Да, Андрюш? Говорю, самый вот такой вкусный хариус, да? Он не уйдет. Саша, очка, блядь. Давай сюда. Ну там томишона килограмм на 3, блядь. Скажу, притарил жестко, блин. Держи вот так вот его, чтобы он мне по рукам не бил. Шнур держи, Андрей. Я держу, держу. Чтобы мне томишка по рукам не бил. Угу. Мне слабину дай. Да, блин. Самое обидное, блядь, что это ленок, блядь. Ленок? Да. Тогда берем. Смотри, под ноготь. Выдираюсь. Смотри, кровь сразу. Да ленок какой, блядь. Ну, я пропитал сыхать, ну что сделаю? Еще, блядь, обидно, смотри, под ноготь, самая боль. Смотри, пол ног-то вогнал. Ой, ты, блядь. Вообще, классно отработали. А я еще и видео снимаю. Вот смотрите, пацаны, как мне надо делать. А я ж его не за воблера брал, за эти, за жабры. Видишь, как отработал. Прям в пол ног мне в него вогнал тройник. Я его выдрал. Блин, вот там, да, килограмм. Место-то. Я думал, таймешка такой большой. Это ленок здоровый такой, килограмма на 2,5. Я ваш таймешка. Видел, как выскакивал? Я думал, таймешка, блин. Я от этого и не торопился вынимать, потому что я думал, ну, таймень все равно выпускать, правильно. Да нет, тут не вынят, тут головняк, давай сюда уже. Андрюш, давай. Тут головняк, тут. Уже на левый борт заваливаемся. А то, что вдвоем, а так. Ну, я же тебе говорю. Пройдемся еще, да еще там и пару раз может. Раза. Да, пройдемся там много раз, только это уже ничего не поменяет. Эх, раз, еще раз. Горная рыбалка, она такая. Смотри хоть за дорогой, чтобы куда-нибудь не всосало. Блин, если бы сразу же идентифицировать, сразу надо было забить да забрать его, блин. А я думал, таймешка же, понимаешь. Ну, думаю, фиг с ним, куда торопиться. Уйдет, так уйдет. Ну, подожди, зачем взял там мой-то, зачем взял? Шнур мой выпусти, пожалуйста. Вот это мы, конечно, всохотили. Жестко. Миша, я прям как чую, видел, императорский заброс, вот он тебе сразу же на подрыве был, правильно? Да. Ну, линяра был вообще зачетный. А тут помогать не надо. Андрей справится сам. О, сковородочный. Тоже хорошо, да? Да, активно. Вчера мы уже фильм не снимали, было столько много неудач. Клевали хорошо, но столько было сходов. Я за 5 лет своей рыболовной карьеры столько сходов рыбы не видел. То есть погода очень мутила, всю ночь шел дождь, и они перед погодой вообще вялые-вялые были. Да, стой. Опа. Опа. Ну, значит, что бросок, блядь, нормально под берег, блядь, пацан. Ну, взял, сука. Ух ты, таймишонок маленький, маленький таймишка,
любимое место. Иди. На сливах. Ну. Вот открытая мешонка одна поймала. Что, вчера еще поймал эту мешонку? Нет. А? Нет. Почему? Я поймал вчера эту мешонку. А ты как поймал? Я его вытащил специально, трю, чтобы сорвался. Забыл, что ли? Ты что? А? Уже тебя сорвался в воде. Так я его специально трю, чтобы сорвался. Ну, не зачем. А зачем мне его доставать?